Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Фаербро, и сегодня я буду, возможно, делать, возможно, показывать, не знаю, как сказать, я буду делать превьюшку для нового видео. Я постараюсь, конечно, сделать, ничего не обещаю. Нифига не понял. Вообще зашел вообще суперский. Ага, ну давайте начнем сначала с всего черненького сначала. Ну ладно, не в смысле. Вот этого я и добиваю. Какой вот цвет? Вот, это на защите. Вот. Нет. Черный все же, да. Я странно сделала сейчас, знаю сам. Но это надо было, я по-другому не умею. Я даже теперь не уверен, что я правильно сделала. А хотя кому знать, я же не супер. Супер. Ага, следующее, что мы делаем. Белый берем. А, вот белый, все. И пишем, давайте. Ой. Не подумайте. Все, супер. Заходим сюда, делаем. Давайте вот все-таки 40. Все. И... Да, не умею я делать. Ну, мы еще продолжим, не боитесь. Где здесь терочек? Я сейчас тупо зафейлил. Если вы скажете нет, но я скажу да, потому что вы сами видите. Это мое первое. Да, первое. Давайте напишем сейчас. Короче, давайте попробую сначала красненьким. Вот я попробую. Блин. Да, пусть будет так. Террария. А, удвоенная. А, терра... По-моему, здесь удвоенная. Ой, террария. А я только написал, вообще сейчас супер. Нифига не супер, поэтому я сейчас думаю, что-то получается. Вообще думаю. Ну сейчас посмотрим. Вот я написал террария, я сейчас нарисую человека, если получится. И это будет выглядеть вот. Ну, типа, вот так. Да. Вообще не умно. Серьезно. Ну, мне нравится. Я думаю, что будет рисовать чуть легче. На самом деле я умею рисовать, но не так. Ну да. Да-да-да-да. Ладно, на этом нашел концу. Вместе, пожалуйста. Подписывай свой лайк. А с вами был я. Фаербро, Фаербро, и всем пока. Еще кое-что. Напиши в комментариях, когда у тебя день рождения. Извиняюсь.
приболел немного. На самом деле, зачем мне это? Просто интересно. Реально интересно.